Вы смотрите шоу «Битва за эфир» на телеканале Муз. С вами Леонид Школьник. Добрый вечер. Друзья, в цирке существует прекрасная должность. Человек в этой должности выходит на сцену, чтобы объявить номер или артиста. И этого человека зовут Шпрехшталмейстер. В переводе с немецкого Шпрехшталмейстер означает «говорящий хозяин конюшен». Так вот, сегодня наши говорящие хозяева конюшен будут по одному выходить на сцену. Я буду называть имя звезды, которое они должны представить. Представить звезду нужно красиво, изящно и желательно с юмором. На сцену приглашается Гарик Шаповалов. Бо-бо-бо-бо-бо! Эй! О, боже мой! Анфиса Чехова! Слов нет. Когда она говорит, никто не слышит, о чем она говорит. Все наблюдают. Дамы и господа, сегодня у нас Анфиса Чехова! Ни один дядя Ваня не может пройти мимо ее двух сестер. Анфиса Чехова. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Гарик. Шоу «Битва за эфир». У нас следующий конкурс, который называется «День рождения». День рождения вообще-то празднуется раз в году. Но сегодня по случаю мы предлагаем отпраздновать день рождения Марики. Второй раз наши ребята должны будут поздравить, как это делают ведущие, проводящие мероприятие, Марику с днем рождения, с ее днем рождения. Но не просто поздравить, а сделают они это в образах, продиктованных костюмами. Прямо сейчас ребята идут переодеваться, готовятся, а мы, так сказать, ждем их с волнением. Битва за эфир, оставайтесь с нами. Встречайте, Гарик Шаповалов. Вы спросите, Марика, почему я в этом костюме? Этот костюм заставляет работать над собой. Я думаю, что нас окружают не идеальные люди. У них не идеальное тело, понимаете, не идеальное. Поэтому я вообще хочу придумать правило, что поздравлять Марику может только тот, кто прямо сейчас может подтянуться 14 раз. Есть такие в зале? Нет, конечно, подтягиваться-то не на чем. Значит, никто не может поздравить, кроме меня. Марика, я хочу поздравить вас с днем рождения. И мой подарок, он необычный. Он опять же продиктован этим костюмом. Я придумал движение, которое будут выполнять все фитнес-инструктора по всему миру. И называется оно «Марика». У всех девушек очень красивые глаза. Их нужно поддерживать в форме. Испандер кладется на верхнее веко. И моргая со скоростью 3 раза в секунду, веко накачивается до таких размеров, что глаза сводят с ума любого мужчину. Самое главное. Ради чего это было? Лично вам, только вам, больше никому в этой студии я разрешаю не посещать уроки физкультуры целый год. С днем рождения, Марика. Спасибо. Ну, вообще занимаешься спортом, нет? Да. Да? 5 минут уже. Класс. Может быть, кто-то хочет взять да, у меня пару уроков? Да, мне кажется, это должен быть энергичный молодой человек такой, который должен прийти, весь такой загорелый, мускулистый. Я загорелый. Да, 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 да. Мне кажется, должно выглядеть как-то так. Все благодаря фитнесу. Должен подбежать, так сказать. Марика, в честь твоего 18-летия мы специально залили бассейн взбитыми сливками и воткнули туда 18 культуристов. Задувай, иди. Друзья, ваши аплодисменты, Гарик Шаповалов. Спасибо. Записывайтесь на уроки. Подошел к концу третий конкурсный день очередной отборочной недели. Нам осталось только подвести итоги. Марика должна зачитать список из 5 участников, которые проходят следующий этап соревнований. Ну что ж, следующий этап соревнований проходит Илья Соболев. Стань популярней, игра. Лицо в телевизора. По всей стране из телека. Ведь ты теперь из телека. Телека. Ну что ж, друзья, мы заряжаем нашу шкалу Бибера. Девушки, все в ваших руках. Франклин О'Коннор. Хорошо. Следующий в центр выходит Гарик Шаповалов.
Если что, ты можешь кинуть мне гантели. Тоже какой-никакой крик. Кто хочет видеть в следующем туре Гарика Шаповалова? Ну, пока можешь ударить Франклина. Да не. Алексей Слободенюк, пожалуйста. Ну что ж, друзья, Франклин О'Коннор. Это было шоу «Битва за эфир» на канале Муз. С вами был Леонид Школьник. Увидимся!